Пропавший помощник проректора Уральского государственного горного университета Вячеслав Яковлев был найден повешенным в лесопарке вблизи улицы Амундсена. Тело мужчины отправлено на судмедэкспертизу, которая установит причину гибели, то есть было ли это самоубийством. Напомним, о пропаже преподавателя стало известно несколько дней назад. Рано утром он вышел из своего дома, и больше его никто не видел. Отметим, что фамилия Яковлева упоминалась в рамках скандала с подтасовкой результатов ЕГЭ дочери консула Азербайджана в Екатеринбурге. Следователи не исключают, что это связано с его смертью.